Крымская Каппадокия. С 18 по 21 сентября в Белогорске проходит захватывающее шоу «Фестиваль аэростатов». В этом году на праздник в Крым прибыли пилоты воздушных шаров из Переяславль-Залесского, Московской области, Краснодарского края, Белгорода, Воронежа, Санкт-Петербурга. Все они профессионалы своего дела. Главный критерий для участников – налет не менее 500 часов, рассказали в Федерации воздухоплавательного спорта Республики Крым. Каждый день пилоты будут поднимать в воздух воздушные шары в 6 часов утра. Полетать над Белой скалой можно будет до 9 утра. После этого гостям фестиваля предлагают заняться наземным экстримом – покорить скалу на джипе, лошади или квадроцикле. Самым зрелищным должен стать субботний день. После утренних полетов вечером в 19 часов для гостей праздника устроят яркое шоу. У подножия скалы выстроится 15 аэростатов-участников, к которым подведут осветительную технику. Позже планируется лазерное шоу с проекцией прямо на Белую скалу и фейерверк. В последующие два дня фестиваля, 20 и 21 сентября, также будут проходить утренние полеты с 6 до 9 утра.